Во Владивостоке в рамках культурно-патриотического флешмоба «Приморье за наших из дома с любовью» местные жители изготовили новогодние открытки для участников СВО. Здесь очень много молодежи, которые изготавливают открытки. Кто не может изготавливать, тут их подписывает. У нас остались еще носочки, которые вязали наши мастерицы, и мы их сейчас упаковываем вместе с открытками, с поздравлениями, с письмами в коробочке и будем отправлять нашим ребятам, исполняющим задачи СВО. Во Владивостоке флешмоб проходил в Центре содействия развитию молодежи. По словам директора центра, количество участников превзошло все ожидания. Пришлось добавлять столы и стулья, чтобы разместить всех желающих. Важно, чтобы молодые люди присоединялись к подобным акциям, понимали, что это важно, и становились частью, большого движения. Творческий процесс кипел вовсю, у участников было все необходимое для воплощения их идей. Молодежь изготавливала открытки в различных техниках. У одних лучше получались аппликации, а другие рисовали красками и фломастерами. В первую очередь хочется поздравить с Новым годом, пожелать всего самого хорошего, сил, здоровья, уверенности. Просто самые теплые слова собрать и вписать в текст. Вместо запланированных 3500 человек к флешмобу присоединилось в два раза больше – 7000. За один день они изготовили и подписали почти 8600 новогодних открыток. Артем Белов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.